Каждый из нас мечтает о трофейной рыбалке и счастливом финале. Но, увы, не всегда это происходит. Всем настоящим рыбакам посвящается. Дождь, ураган, колесо, ПВХ. Мы на рыбалке в вчера. Не мы такие, а? Жизнь такая. Все стоят. Водка, как всегда. Легкий ветерок. Только булки колышут, блядь. Еще на монтаж, пацаны на месте. Спасет, по-моему. Бухарев прослудился, значит так. В Копенгагене напился, дымом грелся в Амстердаме. И жарко было, значит, мне не жалко одиноких преждевременных судьбы. Ну что, пацаны, вот мы на месте. Только легкий ветерок, булки колышут, так, все нормально. Всем привет, в эфире Бойко Чанел. Сегодня мы с дядей Ромой приехали на Сталинскую плотину. Че, заедет, а? Ну, нормально, заедет. Да. Ветерок, конечно. Ну, ничего не поделаешь. Нашли вот такое вот местечко. Вообще прям по красоте. Сейчас хотим сюда прицепом сдать. Вот. Поставим там шатер. Здесь поставим баню. Здесь будут у нас щуколовочки, лоды. Такой вот баркас, поллард, бард какой-то. Я ее называю Angry Birds. Вот. Что там, 4,20 метра, вообще серьезная лодочка. Вот будем целку срывать. Еще не плавали. В городе собрали. Дядя Паша, плавает говно по трубам. Да, еще не плавали, а блядь. Настоящие моряки ходят. Еще не ходили, еще не плавали. Совершенно верно. Поэтому будем обкатывать лялю, как говорится. Ну, с виду такой серьезный. Дёрги серьезный агрегат. Себя.